Вами ТВ Фокус. Мы направляемся в Киево-Печерскую лавру. Спускаемся к ближним пещерам. С вами ТВ Фокус. Сегодня 1 декабря 2018 года. Скользко. Сегодня градусов 5-6 мороза. Прорывается снежок. Все в снегу. Красивенько все. Напоминаю, мы в Киево-Печерской лавре. Спускаемся в ближнюю пещеру. С вами ТВ Фокус, канал честных новостей без цензуры. Приближаемся к вратам.
дорога очень скользкая, крутой спуск. Сейчас пойдем, наверное, к дальним пещерам. Там более пологий спуск. Видим памятник Кириллу и Мефодию. А, нет, Антония и Феодосия Киево-Печерских. Идем к дальним пещерам. Зима, холодно. Снежок везде. Сегодня 1 декабря. Первый день зимы. Мы решили посетить Киево-Печерскую лавру. Намечается грандиозный шухер тут в связи с политическими событиями. Решили посетить. Видим колокольню Рождества Пресвятой Богородицы возле храма.
Вот мы и подошли к дальним пещерам. Это дальние пещеры, вот вход, выход. Выход с дальних пещер. Культура такая, Святой Феодосий Печерский. Красота тут. Сейчас 1 декабря 2018 года.